В этом году процедура приема заявлений в первые классы столичных школ упростилась. В электронной очереди стоят порядка 7 тысяч будущих чебоксарских первоклассников. Цифра немалая. Ряд школ в связи с этим оказались перегруженными. Эту проблему обсудили на совещании в столичной администрации. Электронная запись будущих первоклассников в чебоксарские школы прошла благополучно, сбоев не допущено. Планируется, что в этом году в первые классы пойдут около 7 тысяч детей, на 17% больше предыдущего года. За каждой школой законом закреплен близлежащий городской микрорайон. При этом возникла проблема перезагруженности ряда образовательных учреждений. Это касается школ номер 59 и номер 61, а также гимназий номер 2 и номер 4. А для того, чтобы выйти из этой ситуации, в гимназии номер 4 планируется открытие двух дополнительных классов, в гимназии номер 2 провести докомплектование до 60 человек и направить часть детей в гимназию номер 4. 59-я школа разместит свой филиал в школе номер 29, там будут открыты дополнительно 3 класса. А часть детей школы 59 уже сегодня распределены в школу номер 45 и 54, а также по желанию родителей могут быть направлены в школу номер 48. Из школы номер 61 дети будут определены в близлежащие школы, это школа 50, 18 и лицей номер 4. Но не все дети могут рассчитывать на школу, которая видна из окон своего дома. Некоторые предприимчивые родители первоклассников оформляют фиктивную временную регистрацию для того, чтобы направить детей в определенную школу, что противоречит нормам закона. Школа 59, школа 61, гимназия 2 и гимназия 4. Мы видим, что родители привозят детей из других районов, прописывают их на территории этих школ, ущемляя права тех, кто живет на этих территориях. Дети выросли рядом с этими школами и в итоге не могут туда пойти из-за того, что возник искусственный ажиотаж. В некоторых квартирах прописываются по 2, 3, 4 человека. Это ненормально, с этим нужно бороться, поэтому, Алла Леонидовна, нужно и с родителями проводить работу. Этот ажиотаж не нужно создавать. Предлагать им другие места для обучения. Алексей Ладыков поручил подключить к решению ситуации полицию и миграционную службу. Нельзя, чтобы кто-то начал выстраивать бизнес на продаже прописки для будущих первоклассников. Родион Архипов, Елена Гальперина, Сергей Адушкин. Республика.